Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Ну вот, вышло сегодня видео про прижоги на древесине от фрезы. И я обращался к подписчикам, чтобы кто-то посоветовал что-то более эффективнее, там, чем стамеска. И Алексей Бельтяков пишет в комментариях, что можно, я, мол, циклюю саморезом. То есть саморез, вкрученный в палочку так и заточенный, как цикля. И вот. И действительно, этот метод работает. И поэтому я видео свое закрыл, где я показывал, как я стамеской подрезаю эти горелки на древесине. На самом деле, вот этот способ действительно рабочий, я его проверил, действительно доступный для всех. То есть где-то искать такие стамески делать не вариант, конечно, не для всех. А простой заточенный саморез по циклю прекрасно ложится и в каннелюры, и, соответственно, отлично все изнутри выбирает. Вот. И удобнее намного, чем стамеска. То есть саморез работает как цикля. И все получается ровненько и гладко. Вот. Вот прижог, видать, его остался. И он спокойно вычищается. Вот и все, и прижога нету. Вот. Очень хороший способ оказался, дееспособный. Так что спасибо большое Алексею. Теперь я и сам свою стамеску уже, наверное, не буду ей пользоваться. На этом все, я заканчиваю. Всем удачи, до встречи.